Ближе заебали, подойдите. Всем привет, ребят, с вами Дрон, это новая рубрика на моем канале. Короче, типа про рыбалку, со мной уже ход, я оператор Вячеслав. Вот, выехали, короче. На рыбалочку с ночевочкой, порыбачить. Будем вас во всем ознакомлять. Видео наше посмотрели, память какая-то. Черный ящик. Давай, Валера, давай. Аккумулятор слабый. Че, блядь, не зарядил, что ли? Мы сейчас его полпиздец остановим. Давай, толкай вы. Бля! Блять, аккумулятор слабый. Давай толкайся, давай. Давайте толкайте, я снимаю. Генератор сейчас работает. Давайте я... Давайте, краник зажигание, все включили. Я не хочу толкать его. Позор не хочешь, давай. Он привык, он подавает привык. Давай, толкай. Оператор, оператор! Приехали! Похуй, на так что ли? Эй, так поедем! Да, а потом что, будешь искать новую покрытую камеру? Блять, где ты сейчас тут искать будешь? Ну не здесь! Вот сосок, короче, он не видел. Он нормально, да, на месте? Короче, надо квартировать, нахуй качок и забыл дома. Блять, это что? А, сейчас. Я пыльюсь, выясним. Что делать? Так выйдешь? Блин, так. Не зажив? Не зажив? Я не знаю, может, когда-то. ЕМА, это что теперь?
Ну теперь надо поменьше скорости брать. И да, поменьше скорости и резко тормозить. А что он там на кочку налетел? Побил же любого. Я сам, я бум не понял в ухо, как дал он. Я тоже. А я тут смотрю, вот отсюда звук шел. Ты, Пешка, тормозись, аккуратно, заноси вообще без. Вот, ребята, это не подстроенный шов. Здесь так туда лошадочку много на сердце. Вот этот стенокос же он. Да? Желтые поля. Барашки хватит. На шашлык возьмем. Вот и подвел железный кончик. Я вас все пешком нахуй. А че ты с вами поехать? Ема, капец. Нам с Валерой уже не привыкать. Ездили уже, да? На Урале. Эй, Андрей, а что ты на своем Урале не едешь на спущенных колесах? А, ну это, ну я это, в туалет. Прям. Не, короче. Это не снимай. Ладно, ладно. Короче, это как... Давай. И короче, пацаны, есть чурбак нахуй. Чурбак? Да я же хотел, сука, взять с собой нахуй. Этот, как его? Качок. А я тоже хотел взять с собой. Может, мы вдвоем подержим, а кто-то один разбортирует? Чурбак вроде. Сука провернулся, вылетел. Вот он нахуй стоит. Хули делать? А что у него? Как он? Что с ним? Что с ним стало, что он лопнул, а? Приедьте на ответ. Блин, скажи это, чтобы он качок взял. Чурбак желательно. Все, ребята, такая вот тема. Да. Мой план закрыт. Короче, сейчас мой контакт приедет. Сейчас приедет. Смотрите, какой рост. Никакого нет. Я его вырвал. Ну, уже 10-3 часа стоим. А вон он едет. А, нет, это... Сука, не выпали, короче. Нормально. Там еще-то осталось, вот осталось с той рыбалки. Где? Это мы на карасу, а мы же не туда едем. Мы сначала тоже. Бля, пиздец. Ну, пить даже воду не стали брать. Вообще поедет с камерой. Это не заметьте. Как нас будут тут, да? О, барашки там, мои барашки. Где топор мой? Там лопата есть, запорская. Чё, топор? Дельно, чё ты? Я спальник делаю, спальник нахуй залез, там закрой стекло. Спать будешь? Проснёшься постоянно, талан спал. Как поплавок. Ну, хуйня какая-то залезть, только ночью быть. Бля, там же котлован там ещё. Ну, а где стенокос? Тут, бля, не блин. Там тоже собачьи. Это я так подумал. Ты прям думальщик. Думальщик. Умный. Это вообще символ такой. Этот нас рис этого дурмана сейчас гнать будем, а?
зато бензина, блядь, полный бак там. Не урони, блядь, мой мотор. Ай, упал. Все, башу, я закрыл, походу. Ты баран стоит дороги. Один баран 60 штук стоит. А 60 баран. Блядь, это что, дорогие? Не 60 же штук, блядь. Сколько? 25, 20. Я смотри, какой баран. Да? Планчик недавно покупали. Ну, блядь, может, 200 косарей стоит. 60 тысяч не банули, что ли? И одно попало. Это что там за кабан, блядь, должен быть, да? Ебать, тут воздух. Конечно, воздух, блядь, хоть не угодяешь. Ты еще закрыл даже? Да. Как мне, нахуй, так заправили, блядь, бензин. Ну, так, хочу, да, ебать, бензин. Жжж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 
Заебись, когда полный бак. Ездишь. Ну, почему ты перегруз, блядь? Ну, ёп, там 3 килограмма, блядь, уже перегруз нахуй. Сколько он емкость будет? Там 19-20. Да, не так. Мы, короче, Жигули отпинали какого-то, нашли, короче, придурка, забрали у него колесо, все подряд, нахуй, и все, ебать. Да, наше приключение не заканчивается, на всем, вот 4 колеса на месте. Вон еще это колесо, ебать, запас стал. Так, ну что у нас, короче, продолжается, едем на речку под названием Моща, ставить сетки, крупные сетки на крупную рыбу, потом поедем на озеро, уже на карася. А мы вот такого карася. С вот таким глазом. Ладно, давай оператору передавай. Где ты? Он не заводит, а вот. Походу сейчас толкать будем. Толкать. Эй, нормально, нормально. Давай, Валя. Мой мотоцикл не выйдет. Да, из-за меня, блядь, заглох. За то, что я с люльки выпрыгнул. Да? Ну, заебись колесико, да? А у меня здесь? Мне кажется, да. С Урала. Какой с Урала? Это раз с Урала? Нет, ну своего Урала, да.
Настя, толкача прямо сюда, понял? Нахуй толкача, не буду я толкать. Да сейчас заебем тебя, дел, давай. Потом нахуй толкача заводи. Он привыкнет, да? Он как утенок, ребят. Вот, ну все, когда как постоянно ловишь, он добрый, постоянно весь. Мотоцикл толкача заводишь, он охуеть, вообще не будет делать. Да. Поебал, нейтралка. Да. Че, назад дать? Все, я порвал стройки. Эй, короче, снимай сам. У нас вот подъехали уже через эту гору. Все. Да, я знаю, знаю. Ну, продолжи делать вперед. Нихуя не хочу. Я походу колесо заржавел твое, Андрей. Колесо. Все? Хочешь, ты что, блядь, еще коробку сейчас будем разбирать? Мик, погони. Ну, погоняй, Змик, погоняй. Вот. Ну, заебись. Я пока на готове буду стоять. Ну, если что, с толкача. Давай. Машина есть, сука. Да ебаный, вроде. Едет, он что-то. Трамвай, вон, нахуй. Бежим, Саша. Проворот, да. Вот дорога, вот дорога. Мы не будем с тобой руками ловить. О, птичка невеличка. А куда болит, кто там? Вот там есть, короче, we'll be right back.
И покажу, снимай такие на голубе сидеть. Я расскажу, на кейзере прям. Все голубы. А мы только на рыжке ездили, нахуй. Не, нормально. Там еще то осталось вода с той рыбалки. Это мы на карасу, а мы же не туда едем. Мы сначала тоже. Бля, пиздец. Ну, даже воду не стали брать. Маша, поедь с камерой. Это нельзя видеть. Как нас будут тут, да? О, барашки там, мои барашки. Где топор мой? Там лопата есть, я заперся. Чё, топор? Дельно, чё ты? Я спальник делаю, спальник нахуй залез, там закрой стек, всё. Спать будешь? Да. Проснёшься постоянно, потолан, запалан. Как поплавок. Ну, хуйня какая-то залезть, только ночью быть. Бля, я там с котлованом ещё. Ну, а где сенокос? Тут, бля, не пыли. Паркоши собачьего. Это я так подумал. Ты прям думальщик. Думальщик. Это вот люк символ такой. Это на сервисе этого дурмана сейчас гнать будем. Зато бензина, блядь, полный бак там. Не урони, блядь, маму топ. Ай, упал. Всё, барашка. И я закрыл, походу. Бля, баран, смейте, пахту халяшку живу. Тебе баланс, ты дорогие? Один баран 60 штук стоит. А больше 60 баланс. Блядь, это что, дорогие? Не 60 же штук, блядь. Сколько? 25, 20. Я смотри, какой баран. Да? Папанчик недавно покупали. Не, блядь, может, 200 косарей стоит. 60 тысяч не понадобились, я одно попало. Это что там за кабан, блядь, должен быть, да? Ебать, тут воздух. Конечно, воздух, блядь, хуй не укатяешь. Ты еще закрыл дорожку? Да. Как верно, вот так заправили, блядь, бензин. Ну так, хочу доебать бензин. Ближе заебали, подойдите. Всем привет, ребят, с вами Дрон, это новый рубрик на моем канале. Да, короче, типа про рыбалку, со мной уже вот он, я оператор Вячеслав. Вот, выехали, короче. На рыбалочку, с ночевочкой. Да. Порыбачить. Будем вас во всем ознакомлять. Давай, Валера, давай. Аккумулятор слабый. Че, блядь, не зарядил, что ли? Мы сейчас на полпи остановимся. Давай, толкай вы. Бля! Давайте толкайте, я снимаю. Генератор сейчас работает. Наш приора, блядь. Пониженные. Давайте я... Позор не хочешь, давай.
Оператор, оператор! Заебись, когда полный ездишь. Почему ты перегруз, блядь? Ну, ёп, там 3 килограмма, блядь, уже перегруз нахуй. Сколько он емкость будет? короче, Жигули отпинали какого-то, нашли, короче, придурка, забрали у него колесо, все подряд, нахуй, и все, ебать. Да, наше приключение не просто, не заканчивается, у нас все, вот 4 колеса на месте. Вон еще это колесо, ебать, запас стал. Так, ну что у нас, короче, продолжается, едем на речку под названием Моща, ставить сетки, крупные сетки на крупную рыбу, потом поедем на озеро, уже на карася. Там и вот такого карася. С вот таким глазом. Ладно, давай оператору передавай. Где ты? Он не заводит. Эй, походу сейчас толкать будем. Эй, нормально, нормально. Давай, Валя. Мой мотоцикл не выпил. Вот этот стенокос же он. Да? Желтые поля. Барашки хватит. На шашлык возьмем. Вот и подвел железный конь. Я вас все пешком нахуй. А че ты с вами поехать? Ема, капец. Нам с Валерой уже не привыкать. Ездили уже, да? На Урале. Эй, Андрей, а что ты на своем Урале не едешь на спущенных колесах? А, ну это, не, ну я это, в туалет. Прям, тут. Не, короче. Это не снимай. Ладно, ладно. Не, знаешь, вот, ну спокойно, спокойно. Давай. Не, короче, пацаны, есть чурбак, нахуй. Чурбак? Да я же хотел, сука, взять с собой, нахуй. Этот, как его, качок. А я тоже хотел взять с собой. Может, мы вдвоем подержим, а кто-то один разбортирует? А что у него, как он, что с ним, стало, что он лопнул, а? Приедьте на ответ, ты скажи это, чтобы он качок взял. Чурбак желательно. Всё, ребята, такая вот тема. Так,
правильно. 10-3 часа стоим. А вон он едет. А, нет, это... Сука, не выпали, короче. Приехали. Эй, похуй, на нём поездим. Ну так что ли? Эй, так поедем, заебись. Ну а потом что, будешь искать новую камеру? Блядь, где ты сейчас тут искать будешь? Ну не здесь, блядь. Вот сосок, короче, он не видел. А, он нормально, дай на месте. Короче, надо квартировать, нахуй, качок и забыл дома. Ну, блядь, это что? А, сейчас. Я подожди, выясним. Ну теперь надо поменьше скорость брать. И да, поменьше скорость и резко тормозить. А чё, он там на кочку налетел, что ли? Ебать, я думал, на хмобил же упал. Я сам, я бум не понял в ухо, как дал он.